пас стоит 25 долларов. А такую нам карту дали. С нарисованности звери, что можно посмотреть. Топат, озеро, гейзеры. Такой гром. Карта. Какую-то газету включили. Тоже карта. Держи, смотри. Так, надо бояться медведей, написано. Мы не боимся, потому что мы и сами медведи. Оттуда, где медведи боятся. Все, заехали в Йеллоустоун парк. И наш хороший день только начинается. Йеллоустоунский парк. Это очень большой водопад. Я надеюсь, на улице отметился сегодня снег. И не знаю, как дальше будет. Давайте. Я буду. Давай, спасибо. Обалдеть. Стой, стой, стой. Ай, не снег. На. Не матерись. И вот что с другой стороны нашей остановки. Мы находимся, я не знаю, сколько метров над землей, над уровнем моря, но видимо высоко, потому что здесь прохладно уже, и видите, здесь находится везде снег. Вот такие вот mobile home. Автобусы. В общем, очень красиво. Супер, 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 супер. Ехали долго из Монтаны, примерно 4 часа. Но я думаю, что это того стоило. Сейчас поедем дальше. Смотрите. Кстати, приехала машина. Там еще одна тоже, видимо, останавливается. Это чудо водопад, то есть. Китайцы, конечно. Офигеть, там какой-то вид прикольный открывается. Каньон уже. Здесь водопад, здесь каньон. Если здесь был водопад, мы бы слышали. О. Вот водопад. Прикиньте, телефон так упал, ты покатился. А это значит, что там да, вон там вода подвижа. Так, пипец, да, смотрите, сколько это. Высоко мы стоим. Что-то мне телефон тут считается. Как бы его не уронить, слушайте-ка. Так. Идем смотреть водопад. Туристов не так много. Здесь
видеть живое. Это просто надо видеть живое. Если у кого-то есть возможность. Или стоит уже виза в паспорте. Приезжайте в Йеллоустоун парк, не пожалеете. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Люди поднимаются выше, значит, есть смысл. Ты просто на лице камера включается. Вся эта красота. Ой, все, нафоткались, наснимались, идем обратно в машину. Погода, конечно, здесь прохладно, но мы находимся, конечно, очень высоко, скажу. Вот, вот здесь вот все подскажу. Посмотрите, как здесь высоко. Хочет сниматься на видео. Мы приехали на гейзер. А где тут Норрис Бэйсин энд Мюзеем? Нам куда-то, наверное, другую. Вон. Что? Написано. Норрис гейзер. Гейзер Бэйсин. А, гейзер. Гейзер. Что это? О, нифига у них дверь открывается. Это, по-моему, не автобус. Это, по-моему, мобайл хоум. Все. Тут эти свастики стоят. Какие свастики? А? Вот эти кресты, блядь. Где? Вот. Это не свастика, ты чего? Это просто ограждение. Ну как это, как кресты. Чтобы люди не перебегали. Чтобы вампиры не бегали там. В первую очередь. А тут так тепло, хорошо. А вот и наш дом, который мы арендовали на целый месяц. Ага.
На три. Мы напишем Артуру, что Артур, мы нашли себе папу, отдельно от вас. Заезжай за нами, а то мы работаем. Что, заезжай с тревоги, чтобы все 8 были. Это все прикольно там стоит. Да. Вот закрой. Ага. А это не пойму, что пара? Офигеть! 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 Подождите, Марсель, вот спуск! Ой, господи, чуть не упал! Все из камней, да из дерева сделано. Все натуральное. Все натуральное. Смотрите, все гейджеры. Чего они разулись? Здесь чистота и порядок. А? Так, доехали мы до этого, я так называемого, гейзера. Посмотрим. Что там, извергается что-нибудь, нет? Да, вот. Ну, что там извергается-то? Пар только? Скоро, конечно, еще раз показываю. Гейзеры. Все в гейзерах. We'll be right back.
поднимаемся. Там вот эти гейзеры шумят.